Даже вас. Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера и, прежде всего, оборонного характера, сферы безопасности и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ, и те вопросы, которые вы хотели со мной обсудить. Поэтому давайте построим наш разговор таким образом, что кто-то этот комплекс вопросов обозначит, потом конкретно обсудим.